Московская областная филармония под руководством народного артиста России Максима Дунаевского по приглашению Одинцовского комитета по культуре представила в нашем округе семейную программу из нескольких постановок, посвященную Году театра. Спектакли ориентированы на юного зрителя, и все же эти добрые истории не оставляют равнодушными и взрослых. Баллада о маленьком буксире поставлена по одноименному стихотворению Иосифа Бродского для детей. Это рассказ о маленьком кораблике, живущем в порту Петербурга. Автор инсценировки и режиссер Дамир Бахтиев. А музыкальную часть взяли на себя артисты государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко». Задумка была в том, чтобы показать историю нашего государства сквозь призму вот этого маленького стихотворения о маленьком буксире, который живет через века, через страдания наши, через судьбу нашего народа. На примере как бы Санкт-Петербурга. То есть он все будни Санкт-Петербурга, все его перипетии, связанные с революцией, с блокадой Ленинграда, с постсоветским вот нашим недавним прошлым. Вот они все показаны в спектакле, и до нынешних времен вот такая ретроспектива в прошлое. Красочный спектакль посмотрели дети и подростки, учащиеся школ искусств и музыкальных школ округа. Мастерство музыкантов, артистов балета, хора и театра ребята оценили по достоинству. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».